Салам алейкум, уважаемые друзья. Я в центре Грозного, как и обещал. За моей спиной Сити. Недавно завершилось долгое напряженное интервью с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. После него, как вы видите, меня не съели, не закрыли. До отвала накормили жижей галныш, напоили чаем. Сразу говорю, Мерседес, Бентли, Геленваген не подарили. Не потому, что их больше нет в Чечне, а потому что разговор был достаточно серьезный и совершенно не о том, о чем я сейчас пытаюсь с юмором комментировать завершение этой встречи. Напряженность разговора была связана с тем, что мы обсуждали формат, через который будет выстроено взаимодействие между властями Кавказских республик и общественниками. Я как представитель Российского конгресса народов Кавказа представлял общественность кавказскую. Как может быть выстроено наше взаимодействие для того, чтобы остановить разжигание розни между нашими народами, для того, чтобы погасить эти страсти, которые кипят в последнее время в сетях. И наши визиты будут носить системный характер по всем республикам Кавказа. Иначе по-другому невозможно будет сегодня в эпоху информационную, социальных сетей, бесчисленных провокаций, остановить напряжение межнациональных отношений. Только в сотрудничестве властей, общественников, журналистов, экспертов, старейшин мы сможем сохранить наш Кавказ, наш дом и всю нашу большую страну в мире и в добрососедских отношениях. Что касается личности имама Шамиля, Рамзан Кадыров подтвердил, что предельно уважает его, считает великим полководцем, воином и имамом. Все остальные подробности в нашем YouTube-канале, как только мы смонтируем интервью. До встречи.